Брест – город талантливых детей. Под таким девизом проходила встреча руководства города с одаренными ребятами в овальном зале горосполкома. Лучшие представители молодежи, несмотря на юный возраст, по-взрослому обсуждали с главой города перспективы творческого развития Бреста. Нужно отметить, что городские власти с вниманием относятся к инициативам горожан, и возраст инициатора не является определяющим моментом. Доказательством тому служит международный шахматный фестиваль «Черная пешка», идейным вдохновителем которого стала в 2017 году 6-летняя Дарья Скоморощенко. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мне 5 лет, я приехала из города Брест. Девочка с огромными карими глазами, покорившая жюри многих конкурсов и телепроектов, своей непосредственностью и уникальными творческими способностями не останавливается на достигнутом. Я начинаю писать свою первую книгу, а это книга про утенка и цыпленка. Там у них приключения, они попадают в лес. Я ее когда-то давным-давно написала, когда была маленькой, ну просто часть какого-то продолжения. Вот теперь мне это запомнилось, и я решила ее написать как настоящую книгу. В этот вечер внимание всех собравшихся было приковано и к еще одному гостю. Владислав Якимович – участник и победитель различных конкурсов. В отличие от Дарьи, на встрече с мэром был впервые и, естественно, поначалу был несколько смущен. Но атмосфера, царившая в овальном зале горосполкома, приветливое, уважительное общение главы города с подрастающей звездой, быстро изменили ситуацию. Мальчик охотно поделился своими успехами в школе, рассказал о волнении перед выходом на сцену, очень серьезно, по-взрослому, отвечал на вопросы представителей Академии детских инициатив. Страшновато было чуть-чуть. Потом раскрепостился уже. Буду выступать на городских мероприятиях. В завершении встречи юные таланты получили от главы города подарки. И если большой пакет сладости просто улучшил и без того отличное настроение, то памятная монета, изготовленная ограниченным тиражом к юбилею Бреста, останется знаковым напоминанием о приятном знакомстве с мэром родного города на всю жизнь. Это твоя семейная будущая ценность, которую ты будешь передавать из поколения в поколение, потому что тысячелетие бывает только раз. Дружеская обстановка и тепло общения оставили много положительных эмоций от встречи и у главы города. Для меня очень трогательно, что молодые наши брещане пропагандируют и продюсируют наш город Брест, делают его еще более узнаваемым, делают его наполненным не только патриотическим или одним историческим компонентом, но и фактом своего таланта, своего самовыражения, делают таким городом для жизни. Я восхищен нашими детками, рад, что таких детей в нашем городе очень много. Задача органов власти – создавать условия для их самореализации. Но в этом контексте я хочу подчеркнуть особую роль родителей в том, что детки стали такими. Низкий поклон родителям и папам, и мамам, которые, инвестируя в своих детей, получают ту отдачу, которая не только их как родителей повышает, их уровень, статус, но и повышает в целом наш город. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.